Вот он, этот цех. Похоже, немцы к атаке готовятся. Поторопиться бы, командир. Напрямки не получится. Наверняка снайперы все подходы пасут. По правой стороне обойдем. Давай. Голиков, останься, присмотри за немцами. Старшина. Я. Пошли с комбатом познакомимся. Есть. Пятый, не слышу вас! У нас 20 убитых! Полсотни раненых! До утра половина не доживет! Что? Нет, не продержимся! Нет у нас патронов! Что? Пополнение? Сколько? Да как они через немцев пройдут? Что? Разведчики соседнего полка прибыли. Кто такие? Старший лейтенант Егоров, особый отдел полка. Вы командир батальона? Платонов, командир второй роты. Здорово. Комбата вчера убило. Исполняю обязанности. Батальона, считай, нет. Вот, 20 человек осталось. Кто откуда, не знаю. Половина сами прибились. В общем, дело ясное, что дело темное. Такасеев, не бузи. Ага. Сколько вас? Со мной еще двое. Ну и пополнение. Лучше пулемет прислали. Что там слышно? У нас связи уже второй день нет. Все отступают. Немцы справа и слева почти до Волги дошли. И нам текать надо. Пока не поздно. Боюсь, не удержим мы этот цех. Воды мало осталось. И где же ее взять-то, Женька? Возьмите. Боюсь, не удержим мы этот цех без подмоги. А с ранеными этими что будет? Что-что, немцы туда пару гранат швырнут, я, ага. Моторным так было. Такасеев, оставить. Раненых на руках понесем, а тяжелых здесь оставим. Как это оставим? Никто никуда не пойдет. Цех надо отстоять любой ценой. Это приказ. Чей приказ? Ну, мой. А как удержать-то? Они нас в два счета отсюда попрут. У нас ни патронов, ни бойцов. А он их этой винтовочкой. Пиф-паф и нету фрицев. Если, конечно, при первых выстрелах штаны не наложат. Винтовку на место положил. Ой, а то что, кляузу на меня настрочишь? Ну-ка, тихо. Тихо. Тебе сказали, не трогай. Дай сюда. Винтовка заряженная. Но, что не выстрелил? Надо будет выстрелить. Немцы зашевелились, товарищ Егоров. Угу. Все по местам. Ничего, немцы придут, быстро вас помирят. Собирайте бойцов. Все по местам. По местам. Занять позиции. Ком, Шон. Шнелла. Шнелла, Юнгс. Vorsicht, Vorsicht. Schneller, schneller. Handgranaten bereithalten. Vorwärts. Вперед. Быстрее. Leise bleiben. Achtung, Ziel anvisieren. Внимание. Приготовиться к выстрелу. Лох!
Работаем. Последних офицеров не трогать. Воликов на тебя плюнут. Есть. Комбат, не спеши стрелять. Подпусти их поближе. Ага. Не стрелять! Не стрелять! Не стрелять! Ахтун! Выбирай стрелец! Вперед! Ангриф! В атаку! Назад! В атаку! Ура! Кто вы такой, черт возьми? Лейтенант Лотар фон Дибиц. Прибыл из Южной Африки. Снайпер. Насколько я понимаю, здесь, в Сталинграде, решается судьба Германии. Вы правы, лейтенант, за одним исключением. Из тех, кто вошел со мной в город, осталось семеро. И раньше нам всегда удавалось выбить их с первой атаки. Угощайтесь, капитан. Спасибо. Украдено из поместья фон Дибиц. Что означает эта надпись? Однажды моему дяде Курту надоело, что гости в нашем африканском поместье воруют спички. Он приказал сделать партию таких наклеек, чтобы воззвать к их совести. Помогло? Нисколько.
Тогда, в Южной Африке, спички ценились дороже, чем благородство и честь. Почти у всех раны в живот. Так подстрелили специально, чтобы они орали, деморализуя остальных. Такой же метод использовали мои предки, буры, в войне с англичанами полвека назад. Благодарю за ваше объяснение, Дибец. Но лучше бы вы помогли мне огнем из вашей винтовки. Я предпочитаю более жирную дичь. У них появились снайперы, отличные стрелки. Они заманили вас в ловушку, чтобы получить ваше оружие и боеприпасы. Тот, кто все это устроил, настоящий профессионал и знает свое дело. Ну что же, тем приятнее будет его убить. Да заткните его кто-нибудь. Ой, тихо. Ой, тихо. Как вы это сделали, Девиц? Один дикарь из Африки, старый колдун, научил меня. Он все равно умрет. Через полчаса. Хорошо, мне этот фриц приложил. Зараза. Женька, ты мотай, не жалей. Потуже мотай. Слышь, старшина. Ну? А девка-то путевая. Ты, Асеев, не двигайся, пока кровь не остановится. Да как же она остановится? Когда ты рядом, она закипает. Сестричка. Ну, у тебя есть серьезно. Сестричка. Потерпи, миленький. Я скоро ко всем подойду. Товарищ Егоров, а вы надолго к нам? Посмотрим. Ее бы в штаб отправить. Пробовали уже. Назад прибежала. Настырная. Слышь, Егоров, а ты и вправду меня бы застрелил? Отстань. Нет, ты скажи. Правда. Старшина Голиков, собирайтесь. Есть. Куда идем, командир? Хочу посмотреть, что у немцев на уме. О, я с вами. Пропадете без меня. Я здесь все входы и выходы знаю. Защиту вас немцам доставлю. Ладно, иди. Товарищ Егоров, возьмите меня с собой. Я немецкий хорошо знаю, я в школе отличницей была. Школьниц нам только не хватает. Против бочки туннель ведет прямо к немцу. У дальнего грузовика блик. Иди.
Извините, я не думала, что здесь так высоко. Ты что здесь делаешь? Меня Платонов с вами отправил. Платонов? Да. То есть, мне... Мне тяжелее одной назад. Опасно. Здесь пусть остается, нам в этом пути заберем. Два раза одной дорогой не ходим. Пошли. Давай. Слышь, Торшина, а ты Егорова давно знаешь? Да почти с границы с ним топаем. Так что он из погранцов? Так точно. Заместитель начальника заставы был. Командир, как их поискать? А что в нем такого особенного? Что-то да есть. Вон Женька на него как смотрит. С нами не просто так увязалась. Ладно. И не таких тут видали. Не стрелять! Halt! Komm, Seemann, wie bist du hierher gekommen? Was ist auf deinem Kopf? Wann raus? Gib her! Сейчас. Von welchem Schiff bist du abgehauen, Seemann? Сейф дай уже. Давай. Без козырочка верни, милок. Повезло тебе, морячок. Не трожь. Ты чего, Егоров? Это же пулемет. Пошли. Ты с ним бегать будешь, что ли? Я рад приветствовать вас, капитан. Мой племянник довольно лестно отзывается о вас. Вы говорите о лейтенанте Дибице? Честно говоря, Гальдер, я хотел вас попросить приглядеть за ним. Но понимаю, что это, скорее всего, бесполезно. Он не имеет привычки отчитываться передо мной. Лотер унаследовал характер матери. Она всю жизнь прожила среди дикарей. И поверьте, умела постоять за себя. Прошу. Das können Sie mir glauben.
Я так понимаю, вы хотели поговорить не только о своем племяннике. Фюрер вчера заявил всему миру, что мы взяли Сталинград. Вы-то понимаете, что это не так? Надеюсь, в ближайшие дни нам наконец удастся сбросить русских в Волгу и подтвердить слова фюрера. Семь ударов. Знаете, что это? Каждый седьмой удар метронома сообщает. Погиб еще один наш солдат. Потом они включают танго или этот чертов вальс. Это просто русская пропаганда. Это правда. Куликов наверх. Командир, там штаб. Женя. Итак, что вы хотите от меня? Командование разработало блестящий маневр. Но чтобы его осуществить, русских нужно выбить из этого крыла завода не позднее следующих трех суток. Надеюсь, вы понимаете, насколько это важно. Для нас, с вами. Все не так просто. Там группа снайперов. Сегодня они неожиданно атаковали нас. За три минуты я потерял 16 солдат. Знаю. Потому я и попросил Лотера помочь вам. Не представляю, как он это сделает. Нам, южанам, приходится многое доказывать в Рейхе. Уверен, он справится. Извините, майор, если вы действительно хотите помочь, дайте танки. Хотя бы два. Я смогу выкурить их за пару часов. Хорошо, Гальдер. Вы получите танки. И передайте Лотеру. Я на него надеюсь. Обязательно, господин майор. Конечно. Как только увижу его. Чертов сукин сын. О нем заботятся, как будто он папа римский. Они и вправду дадут нам танки. Надеюсь, штабная крыса не врет. Если так, мы приготовим русским сюрприз. Увидите снайпера Лотера Дибица, срочно ко мне. Слушаюсь, господин капитан. Хотя к черту его. Мне надо выспаться. Им дали три дня, чтобы выпить нас. Обещали танки. Капитан сказал, что это будет сюрприз для нас. Еще говорили про какого-то снайпера, видимо, родственника офицера. Но я не поняла, что он хотел.
танками нас раздавят, как котят. Посмотрим. Любите. Сюрприз. Придется через тоннель возвращаться, командир. Я прикрою. А как же Асеев? Пусть сам выбирается. Ему еще зубы надо пересчитать. Дешевый трюк. Что будем делать, командир? Нас точно отсюда не выпустят. Зажарен в клещи. Простите, братцы, я же это не подумал. Бог простит. А если я рванусь за всех сил, а вы по нему шмальнете? Он тебе башки высунуть не даст. Даже если и выбежим, мы у него как на ладони. Я его отвлеку. Отставить. Дай. Ты что, угрожаешь, что ли, гранатой? Царапина, ерунда.
Бери его. Честно? Не знаю. Erstes Bataillon, bitte kommen, bitte kommen. Где вас носило, Дибец? Ваш дядя был здесь. Просил присмотреть за вами, как будто здесь богадельня. Может, вам лучше вернуться в штаб, под крыло своего покровителя? Я нашел то, что искал, капитан. Русский снайпер. Настоящий жирный бекас. Сталинград не Африка, Дибец. А вы не на сафари. Здесь идет война. Здесь убивают. Здесь бывает страшно. А вам случалось выходить один на один против льва со старенькой винтовкой в руках? Нет? Тогда вы точно не знаете, что такое страх. Нет уж. Я остаюсь. Тихо. Это Петр, он помогает мне. В последнем бою ему ногу прострелили и ухо отрезали. Хотел добраться до своих, не смог. Приполз к нам. Наши расстрелять хотели, а я не дала. Вступилась, жалко. Зову его Пьер Безухов. Смешно, правда? Сколько я провалялся? Почти сутки. Мы с Петром по очереди с вами сидели. Никуда не отходили. Пятый, второй на связи. Да, товарищ Лунгин. Командир 132-го платонов. По данным разведки, немцы готовят танковую атаку. Что? Нет, не продержимся. А чем нам их взять? Пушек нет. Минировать тоже нечем. Нет, нечем. Там и третьи сутки в окружении. Пятый! Отправить связистов по линии. Пусть проверят и наладят связь. Платонов, ты с ума, что ли, сошел немца рядом с КП держать? Да он по-русски не полслова. Сбежит. Самый неподходящий момент. Да куда он сбежит? Он же хромоногий. Ну что мне, расстрелять его, что ли? Если нет возможности отправить штаб полка, значит расстрелять. Ух, зеленку. Ну на, стреляй. Ты же у нас специалист. Не батальон, погоди. С полком связи нет. У нас тут снайпер немецкий объявился. За сутки двух связистов подстрелил. Ты бы помог, Егоров. А немца этого при случае отправлю в штаб полка. До утра не отправишь, расстреляю. Ты меня понял, Платонов? Старшина Голиков, собирайтесь. Есть. Что чего? От меня бегаешь. Пропустите, товарищ Асеев, мне идти нужно. Стоять. Для тебя просто Коля. Или тебе снайпер приглянулся? Понятно. Только чти, у него таких, как ты, вагон и маленькая тележка. А я, между прочим, серьезные намерения имею. Или я тебе не нравлюсь?
Ты мне очень нравишься, Асеев. Только сейчас неподходящее время для романтики. А по-моему, подходящее. Убью! Самый снайпер, что за нами охотился. Он связистов уложил. Коликов, готовь куклу. А я пока в призму гляну. На этот раз они послали более опытного. Подстрелить его будет непросто. Профессионал работы сразу видно. Засек, откуда бьет. Здание слева. Два окна по центру занавешены. Левое или правое? Точно сказать не могу. Отличная работа. Я отмечу вас в рапорте. Благодарю вас, капитан. Надеюсь, следующего долго ждать не придется. Я готов, командир. Давай. Сейчас мы тебя, милок, выманим. А это кто? Женька, куда? Назад, дура. Убьют. Симпатичная мордашка. Вы же не собираетесь стрелять в санитарку, капитан? У меня нет таких предрассудков. Но это против правил. Не говорите ерунды. Вы свой выстрел сделали. Теперь моя очередь. Куклу поднимет. Не успеем. Левая. Или правая. До свидания, фройляйн. Есть. Что с девчонкой? Живая.
Это наша позиция. Это их. Угу. Вот здесь танки пойдут. Обойму дай. Держи. Нечем нам их взять. Бронебойщиков нет. Гранат тоже нет. Я с Лунгиным говорил. Он дал добро на отступление. Опять отступление? Они там что, ополомили? Так ты ж сам текать собирался. А теперь это военная необходимость. Ага. Вот поэтому некоторые от границы до Волги драпают, что необходимость. Так, Асеев, отставить. Слово тебе никто не давал. Есть. Платонов. А где вы масло берете? Так тут, в соседнем цеху, со старых станков сливаем. Пошли туда людей, чтобы собрали столько, сколько смогли. Понял? Сделаю. Старшина. Я. Помнишь, когда мы сюда добирались, видели брошенный немецкий грузовик? Помню. Надо посмотреть, может, там бензин остался. Там теперь фрицы всю территорию под пулеметами держат. Асеев, с нами пойдешь, канистру возьми. Пулемет прихвати. Угу. Как думаешь, что Егоров задумал? Не знаю. Грузовик у немцев как на ладони. Попотеть придется. Давай, соседям. Есть. Осторожней там, работаем по моей команде. У тебя секунд 10 будет, не больше. За 10 туда-обратно смотаешь. Thank you.
Вот псина! Давайте быстрее делайте что-нибудь! Бензин вытекает! Голиков! Пулемет! Стена освоманивает. Его. Убил гада? Кажется, да. Эх, Платонов. Не видел ты, как мы эту канистру добывали. Когда Фриц по Гольгу шмальнул, думал, все. Хана парню. А он, оказывается, комедию ломает. Тоже мне артист. А ты что делал? Как всегда? Языком трепал. Жрецом перед этой падой скакал. Думал, он тот свет отправит, ей-богу. Хорошо, что Егоров этого снайпера как лопа по стенке размазал. Так, нужны еще бутылки стеклянные. Ну что, неужели нет? Я знаю, где их можно взять. Это близко. Квартира угловая справа, на втором этаже. Мама бутылки из-под шампанского на балконе держала. Она в них подсолнечное масло хранила. Их там штук 20, не меньше. Если, конечно, еще осталось. А можно вопрос, товарищ Егоров? Спрашивай. А у вас жена есть? И жена была. И дочка. В первый день войны погибли. На заставе.
Мы здесь с мамой и сестрой жили. Представляете, я в тот день в военкомат пошла на фронт все описываться. Прихожу, а полдома нет. И мамы нет. И сестры нет. Немцы тогда на 60 километров к городу подошли, а нам ничего не сказали. Слышите? Вальс. Как на выпускном в школе. Хорошо, Женя. Все хорошо. Люби меня, у меня еще никого не было, прошу тебя. Может быть, мы до завтра не доживем. Порядок, братцы. Ага. Чего это с ней? Известно что. Любовь. В кого-то она влюбилась. Ну, не тебя же. Да ты, милок, не ревнуй. Немец сбежал. Ты же говорил, он хромой. Он никуда не денется. Готов понести наказание. Это я. Я попросила его уйти. Боялась, что вы его расстреляете. Он мне обещал. Обещал, что ничего не расскажет. То есть он по-нашему все-таки понимает? А ты... Понимаешь, что ты натворил-то, а? Тронешь ее? Будешь иметь дело со мной. Давно он ушел? Минут 15. Останься здесь. Есть. Thank you.
Не стреляйте. Я Петер Шульц, рядовой второй роты лейтенанта Цоллера. Не стрелять. Я бежал из русского плена. Стойте на месте. Это и правда Шульц. Я узнал его. Хорошо, Шульц. Идите ко мне. Он совсем еще мальчик был. Вчера за партой сидел. Как я. Разве такой ценой можно победить? Наш главный враг – это не страх, а жалость. К себе, другим. Вот, жалостью победить нельзя. А я все равно жалеть буду. И тебя, и Асеева, и Платонова, и немца этого. Не убил я его. Старшина Голиков, собирайтесь. Есть. Вы куда? Штаб полка. А если немцы попрут? Не попрут, с Волги туман. Завтра никуда не сунусь, и вы тоже на рожон не лезьте. Присмотри за ней. Офицер ранен. Помогите ему. Что случилось, Дибиц? Вижу, русские сбили вашу спесь. Они что-то замышляют, капитан. Я пытался их остановить. Похоже, русский снайпер стреляет лучше вас. Впрочем, теперь это уже не важно. Нам дают танки. Атаку нужно отложить. Надо понять, что они задумали. Здесь нечего понимать, Дибиц. У меня приказ выбить противника с завода. И потом, у меня есть информация из штаба русских. Рядовому Шульцу удалось сбежать из русского плена. Русский комбат получил приказ отступить. Они не уйдут. Ah!
куда понесло? Вы что, не слышите? Ему помощь нужна! Да стой! Где? Ладно. Миленький, хорошо. Тише, 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 тише. Все будет хорошо. Все, все будет хорошо. Все, 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 все. Все, все, все. Все хорошо. Уходи. Молчи. Тихо. Все, тише. Рядом. Тихо, тихо. Он рядом. Женя! Наконец-то мы встретились. Вы пойдете со мной. Надеюсь, вы понимаете, что я говорю. Братцы, думал, не увижу вас уже. Ну как там? Что слышно? Новый приказ пришел, Платонов. Будем немцев с завода выбивать. Подкрепление с Волги идет. Самое. Комдив Егорова слушал. А потом из штаба армии офицер приехал. Говорит, теперь это главное направление. Немец поэтому в этот цех и вцепился. А где Женя Асеев? Да полчаса как мотанулись куда-то. Дисциплина у нас. Погоди, куда мотанулись? Да в соседний цех. Там связиста нашего подстрелили. Вот они с Асеевым и мотанулись. Подстрелили? Такой туман. Старшина Голиков. А? Неужели опять тот самый? Я же сам видел, как мы его. Значит, живой. А Женька? Асеев, где Женя? У него. Гильзы теплые еще далеко не ушли. Через подземный ход повел. Другого пути отсюда нет. Пошли. Остень. Раздевайся.
Schneller. Давай быстрее. Weiter. Стоять. Там он ждет нас. Что это? Танки. В цех входят. Товарищ Егоров, разрешите, я пойду. Нет. Назад. А Женька? Возвращаемся. Платонов без нас не справится. Можем ее бросить. Голиков, если мы туда зайдем, он нас всех по одному уберет. Пошел. Бог ей поможет. Не может быть, чтобы не помог. Танки остановились, вперед не идут. Ничего не выйдет. Пора отступать. Нет, ни шагу назад. Делайте, как я. Ты куда? Стоять! Делай, как я! Не стрелять. Они сдаются. Вперед. Иди сюда.
потерпел, командир. Быстрее, Голиков. Терпи, терпи. Что с ним? Ранение тяжелое. Первый раз мы их погнали назад, Егоров, первый раз. Теперь нас отсюда зубами не выгрызешь. Теперь точно ни шагу назад. Держись, Егоров, держись. Капитан Егоров, комиссару. Товарищ комиссар, разрешите войти. Ты Онищенко видел? Он на тебя рапорт написал. Ты зачем ему руку сломал? Он при мне человека ударил. Подозреваемого? Максимов, боевой офицер. 3 ордена Красной Звезды, прошел Сталинград. А то, что у него любовница в штабе завелась? А то, что он как командир полка имеет доступ к секретной информации, ты это понимаешь? Я Максимову доверяю как себе. Ты вообще меня слышишь, что я говорю? Ты офицер. Офицер СМЕРШ. Развел мехотелость. Грибова ко мне. Товарищ комиссар, майор Грибов по вашему приказанию прибыл. Капитан Егоров. Егоров наш лучший разыскник. Говори, майор, все свои. Месяц назад к нам в руки попало несколько агентов немецкой разведгруппы. С радиостанцией. Вверху было принято решение начать радиоигру с немецким командованием. В чем смысл радиоигры? Мы сообщили немцам, что в нашем тылу находится боеспособная немецкая часть численностью до 1500 человек. И они вам так просто поверили? Была создана специальная группа из числа антифашистов и добровольно сдавшихся в плен. Немцы провели разведку с воздуха, установили контакт с сложной частью. Немцы решили создать воздушный мост и использовать эту часть как главную базу для агентуры и диверсионной деятельности в нашем тылу. Проверки они проводили? Да. Высылали 2 группы парашютистов, которые были нами задержаны. Вчера должна была прибыть 3-я группа. Мы заранее оцепили место высадки, но они так и не появились. Значит, 3-я группа пропала. Так точно, товарищ комиссар. С нашей стороны поисковую группу возглавит капитан Егоров. Надеюсь, будете держать меня в курсе. Решите идти, товарищ комиссар? Да. Садись. Где? Ложная немецкая часть находится в расположении 147-го полка. У твоего Максимова. Так что отправляйся туда и займись поисками 3-й группы. Разрешите идти, товарищ комиссар? Учти, Егоров. Операция засекречена. Даже Максимов не в курсе. Возможно, у него в штабе есть немецкая агентура. Так что не подставляйся. Постараюсь, товарищ комиссар.
командир хозяйственного взвода, старшина Самсонов. Максимов здесь? Да, там. Пойдемте. Егоров. А я смотрю, ты не ты. Что, опять по мою душу? Да нет, так служба. Спасибо тебе, что за нас с Валей вступился. У нас же с ней все серьезно. Да я вступился, ты тоже вперед думай. Кому и что говорить. Ну, давай присаживайся. Ну, чем могу помочь? Валентина, подойди сюда. Валя, капитану Егорову нужно обеспечить постоянную связь с контрразведкой. Только ты сама, ладно? Белова. Женька! Ой, Женька! Васей, миленький. Живой. А, Женька! Поверить не могу. Меня на Каспии так не укачивало при шторме. Вместе воевали. Thank you.
Максимов попросил вас пока тут определить. Здесь переночуете, матрасы доставят, бельишко и остальное тоже. Так. Это от меня, я ж понимаю. Угу. Ну, располагайтесь. Неужели вместе, как раньше? Да. Жаль, Платонова не хватает. А где Платонов? Погиб он. В октябре 42-го. В Сталинграде. Из его батальона никого не осталось. Только вот Асеев. Да и то потому, что в госпиталях провалялся. Даже врачи от него отказались. А потом товарищ Егоров его нашел и в лучший госпиталь доставил. Его там за месяц на ноги поставили. Мы с товарищем Егоровым теперь в СМЕРШе. Шпионов ловим, диверсантов, предателей. Много поймали. Пока еще ни один не ушел. Давайте за Сталинград. Женька, а ты как? Давай рассказывай. Мы ж тебя потеряли, думали, пропало без вести. Тащил тебя злой Кощей под землю. Он, товарищ Егоров, второй год места себе не находит. Да нечего особенно рассказывать. Когда он понял, что вы за мной не спуститесь, повел к своим. Я подумал, ну вот и все. Больше я вас никогда не увижу. Когда мы выбрались из подземного хода, попали в артобстрел. Один снаряд взорвался совсем рядом. Это последнее, что я помню. Очнулся я в госпитале на той стороне Волги. Меня бойцы подобрали, лечили полгода. Весной 43-го года выписалась. Закончила курсы радисток, попросилась на фронт. Теперь я тут. 2 недели уже. Да уж, на войне не такое бывает. Давай, Жень, давай за твое спасение. Есть Бог на свете. Егоров. Поцелуйте меня, как тогда в Сталинграде. Прости меня. Я не мог тогда иначе поступить. Не мог. А я знаю. Он ждал тебя. Я убил бы. Мы бы тогда никогда не встретились. Пошли. Ты здесь лишний. Угу. Лишний. Посмотрим, кто еще здесь лишний. Извините, товарищ Егоров. Меня Валентина ждет. Деда, парашютисты. Надо нашим сообщить. Я тебе сообщу. Не твоего ума это дело. Ишь ты, ёлку. Ну, пошла. Пошла.
Центр Дитриху. Прибыли на место. Готовимся к встрече с дядей. Грета. Думала, не узнаю тебя. Не бойся, никому не скажу. Деда они вот там убили. Как они были одеты? Обычно, как немцы. Я только одного видел. Он был в пятнистой одежде. Где ты парашютистов видел? Вот там, над лесом. И купола были такие большие, белые. Старшина, останься здесь. Осеев, проверь тропинку, Гулик со мной. Есть. Ногу где повредил? А, это мы с мамой и Валькой, с сестрой моей, за грибами в лес пошли. Она, дура, на мину и наступила. Ее и маму прямо на куски, а меня вот только поранило. Угу. А Вальке сколько твоей было? 7 лет. Отец твой жив? Нет, еще в 41-м погиб. Сирота я, никого мне не осталось. Понятно. Тихо там. Следы. Немецкий. Я же говорил. К старшине. По реке пошли. Сердце. Документов нет. Командир. Следы. Судя по размеру, женский. Отпечаток приметный. От того за версту несет машинным маслом и бензином. Шофер. Значит так, Голиков, давай сюда старшину, забираем труп. Едем в штаб к Максимову. Есть. Надо Лунгину сообщить. Угу. Долго будешь так?
Здравия желаю, товарищ Егоров. Часовые с поста передали, что у вас ко мне вопрос. Случайно не узнаете, кто это? Так это же Гришка Беспалый. Шофер с фронтового продсклада. Еще вчера здесь был, продукт привозил. Асеев! Я! Голиков, Асеев, возьмите старшину Самсонова, снимите показания. Беспалова оформляем в госпиталь, в морг, только чтобы никто ничего не знал. Вы меня поняли, старшина? Так точно, товарищ капитан. Красавина свободна. Леночка, дай мне контрразведку. Товарищ капитан, Лунгин на проводе. Слушаю. Товарищ комиссар, информация подтвердилась, есть парашютисты. Понял. У меня тоже новости. Сегодня ночью неизвестная радиостанция работала аккурат в вашем районе. Судя по всему, немецкая. Квалификация радиста высокая. Ясно. Я на пару дней здесь останусь, поищу. Максим, скажи, что дело его пока прекращено. Удачи, капитан. Спасибо, товарищ комиссар. Вот здесь все связистки и ночуют. Угу. А где койка Жени? Сержанта Беловой. Вторая у окна. А? А это кто спит? Это Красавина. После ночного дежурства отсыпается. Долго еще? Заканчиваю. Ты чего, Егоров? Будто фрица в прицел увидел. Чего хотел? Да так, ничего. Просто нашел я, товарищ капитан. Что нашел? Сапожки, которые мы на болоте видели. Аккурат такие же. И болотная грязь под каблуком осталась. Точно болотно. Чьи? Связистки одной, Красавиной. Брать ее на товарищ командир. Торопиться не будем. Так, Гуликов, давай смотайся в Березино в комендатуру. Проверь регистрационные книги по всему женскому полу 147-го. Кто, откуда и когда приехал, особенно в последние две недели. Есть. А Женю тоже проверять? Я же сказал, всех. А Женька-то зачем? А ты давай на просто клад, все по Беспалому. Кто, откуда, с кем контактировал. Только аккуратнее. Без шума и пыли. Есть. Тихо и без шума. Эх, яблочко, куда ты катишься?
Надеюсь, на этот раз за тобой никто не шел. Никто. Хорошо. Тебе удалось что-то выяснить? Пока немногое. Немецкая часть действительно блокирована войсками НКВД. Наш полк оставлен в резерве на случай, если они пойдут на прорыв. Вот схема расположения батальонов. Что-то случилось? Он здесь. Кто? Егоров. Снайпер из Сталинграда? Теперь он офицер СМЕРШ. Приехал из штаба фронта. Сегодня сеанса не будет. Слишком опасно. С чего бы такая важная птица, как твой Егоров, сюда пожаловал? Ты вернешься и попробуешь его разговорить. Ты не знаешь его. Ничего не получится, он все поймет. Напротив, я хорошо его изучил, тогда в Сталинграде. У него действительно нет слабых мест, за исключением одного. Тебя. Ты не можешь меня заставить. Ошибаешься. Могу. И ты это знаешь. Прости, что напугал. Я искал тебя. Зачем? А где ты была? Не спится. Захотелось пройтись. Я тоже искала тебя. Пойдем. Сейф говорит, что вы ищете кого-то. Немецкого шпиона, это правда? Михась на болоте парашютистов видел. Мы думаем, что у них есть свой человек здесь, в штабе. Кто-то из связисток. Меня ты тоже подозреваешь? Просто не ожидал тебя здесь встретить, вот и все. Тебе нечего опасаться.
Ты знаешь, сколько раз я хотела тебя увидеть? Хотя бы во сне. А мне сны не снятся. По крайней мере, хорошие. Почему? Потому что я не та Женя, которая была в Сталинграде. Я не могу быть с тобой. Если у тебя кто-то появился, ты имеешь на это полное право. Нет, конечно, нет. Не уходи, прошу тебя. Я не хочу, чтобы нас видели вместе. Беспалов здесь шофером служил. Вон его машину грузит. Прибыл в часть из резервного полка 2 недели назад. Вместе со сменщиком ефрейтором Мирунюком. Вон он прошел. Пытался его разговорить, но он молчит. То ли скрывает что-то, то ли боится. Пошел. Я с тобой. Дистанцию держи. В прошлый раз привез 5 комплектов и 1 офицерский. Теперь еще 5. Сапоги привезу завтра в это же время. Беспалому передай, что этого мало. Пускай еще столько же приготовит. Ага. Руки на стол. Руки. Оба к стене. Пистолет опусти, служивый, опусти. А то как бы чего не вышло. Наградной за Сталинград. Ну что, пошли? Ты иди, мы тут без тебя справимся. Машину.
Мотор перегрелся! Уйдет! Сейф вытаскивай. Кто это? Кому ты передавал форму? Кто? Люди из лесу. Гришка с тебе договорился, у него пытать. Убили Гришку. Ты убил? Не я! Зачем мне это? Он мне как брат был. Вместе партизанили. Где партизанили? Тут. Тут на Березине. Батька у нас в отряде был. Прохоров. Толковый мужик. Жили, не тужили. Покой баба одна. Наш отряд немцам не сдала. Агентом Абвера оказалась. Бачу юн я е. Где он ее видел? У штабе 147-го. Опознать сможешь? Опознать! Цвет волос, глаза, Миронюк! Приметы! Шрам на ноге. Все, представился. Вольно, лих ты! Гордиться нечем. Высота из лесу. Ну, не скажи. Вот он с ожогом на руке. Адам Беркович бандит со стажем. При немцах в полицаях ходил. Одно жалко, я думал, может, наши клиенты. Может, и наши. Мы парашют немецкий нашли на реке. Эти тоже там были, мальчишка их видел. У него деда убили. Да почему я об этом ничего не знаю? Не успел. Думал, сам разберусь. Ну? И что-то еще не успел. Ты что-нибудь слышал про отряд Прохорова? Ну, был такой отряд. У нас на хорошем счету был. Под ружьем у него человек 40 было. Половина из них бывшие окруженцы. В марте 44-го связь с ними пропала. Потом оказалось, что отряд уничтожили егеря. Можешь подробнее разузнать, что там произошло? Постараюсь. Ну, ладно. Буду держать тебя в курсе. Здравия желаю. Я зацепка, товарищ капитан. Что это? Красавина сказала, что прибыла в полк из госпиталя. Мол, ранена под Курском, а в регистрационной книге запись. Прибыла из Великих Луг. Вот медзаключение из госпиталя. Ну, где Курск, а где Великие Луки? Все сходится, товарищ командир. А Женя? Ее документы ты проверил? Никак нет, товарищ капитан. Майор Свободин. Просьба у меня к тебе. Скажи Вале, чтобы все связистки об этом слышали. Что, мол, приказ из дивизии пришел. Немцев из леса выбивать, войсковая операция начинается завтра утром. Твои бы слова да Богу в уши. А то засиделись мы что-то здесь. Наши уже в Польшу входят. Ладно, сделаем. Егоров, а тебе зачем это, а? Пару минут на сбор и выезжаем. Куда выезжаем? Новый приказ поступил, здесь без нас справиться. Извини, надо ехать. Товарищ капитан, а как же... Машину. Есть.
Да здесь Беспалова убили, товарищ капитан. Будем дожимать этот лес. Надо понять, куда бегала Красавина. Если агент, обязательно попытается немцев предупредить ночью. Голиков, та сторона реки, Асеев здесь. Есть. Что ищем? Ищем любые следы суточной давности. В бой не вступаем вперед. А? Страшно. А. Вот и нашли. Что будем делать, командир? Ждать. Винтовки принеси. Есть. Заберите ее. Когда мы выбрались наверх, действительно начался артобстрел. Я очнулась и поняла, что ранена. Уйти я уже не смогу. Он лежал рядом, ему осколком легкое пробило. Я не знаю, почему я решила ему помочь. Так получилось, что я спасла его жизнь. В благодарность меня отправили с ним в Германию. Мы жили там, в большом доме, на окраине Берлина. Совсем в другом мире. Когда Лотер оправился от ран, он получил назначение в Абвершколу под Ригой. Он предложил мне поехать с ним, я согласилась. Потому что это был шанс. Шанс вернуться. Во что бы то ни стало вернуться домой. Я прошла курсы связисток,
Мне дали задание внедриться в одну из частей Красной Армии. И через подпольщицу она сотрудничала с гестапо. Я попала в партизанский отряд. В первый день я рассказала все командиру отряда Прохорову. Он мне поверил и предложил сотрудничать с НКВД. И я согласилась. Меня направили в Гомель, в резервный полк. Потом сюда. Я отправила сообщение, что задание я выполнила. И стала ждать. 3 дня назад здесь появился Дибец. И сказал, что у него есть задание, от которого зависит его судьба и моя. Ты мне не веришь? Командир Прохоров все подтвердит. Отряд Прохорова уничтожен, Прохоров убит. Беспалый был уверен, что в этом виновата ты. Почему ты мне ничего не рассказала? Почему? Я за тебя испугалась. Я могу помочь. Ты не знаешь, на что он способен. Следить за ней. Приготовиться. Девочки! Домой из воды! Быстрее! Thank you.
если это неправда? Если она тебе врет, что завербована Прохоровым, а на самом деле работает на немцев? Пусть побудет здесь хотя бы пару суток. Валя, скажи, ну я не знаю, что-нибудь придумай. За это не беспокойся. Сам что будешь делать? Ты пойми, что тебя в этой ситуации просто поставят к стенке. Я тебя прошу, сутки. Тебе виднее. На нас с Валей можешь рассчитывать. Товарищ капитан, меня Грибов за вами прислал. Там на озере есть визлистик, постреляли. Просит вас срочно приехать. Что? Валя там. Я разберусь. Старшина, в машину. Есть. Я с тобой. Не надо, оставайся здесь. Лейтенант, ко мне! Бегом! Собирай всех и давай на озеро вместе с Егоровым. И все-таки, Димец, стоит ли так рисковать из-за русской шлюхи? Она часть нашей команды. И кроме того, радистка. Какой бы ни был результат, о нем нужно доложить в центр. В ближайшие двое суток. Или вы знаете, как это сделать без нее? Надо прочесать все вокруг озера. Выполнять. Что скажешь? Они? Они. Те, кого мы ищем. А если акасы, недобитки? Их полно, он по лесам шатается. За два дня столько выловили, аж со счета сбился. Нет, снайперы-профессионалы. Больше 300 метров. Товарищи офицеры! Ваши документы. Форвард. Вперед. Где она? Где ее держать? Я вам все покажу.
Старшина. Я. Его работа. Что такое? Спички немецкие. Снайперами сектор обстрела отмечал. Мы с ним уже встречались. Когда? Где? В Сталинграде, в 42-м. Он возглавляет группу. Тогда скажи, зачем ему баб отстреливать? Шубу думать. Что ты здесь делаешь, Лотар? Ты же не думала, что я тебя брошу здесь? С ним. Как он бросил тебя в Сталинграде. Надеюсь, ты не успела наделать глупостей. Ты ведь понимаешь, что случится, если ты обманешь меня? Да. Я могу тебе доверять? Ты можешь мне доверять. Хорошо. Они отдали приказ. Завтра всех, кто в окружении, уничтожат. Я пыталась тебя предупредить, но он ждал меня там, на мельнице. Да, он опасный противник. Но тем лучше. У нас все готово, Лотар. Отлично. Я оставил ему послание там, на озере. Так что скоро он здесь появится. Что ты собираешься делать? Не бойся. Он мне нужен живым. Приготовиться. Стрелять по моему выстрелу. У нас будет пару минут, не больше. Что здесь происходит? Все в порядке. Максимов где? Уехал. Скоро будет. Немцы. Бери ее. В окне снайпер! Оттуда палят! Сверху! Ну что, Вильде? Вы, кажется, хотели повоевать с настоящим противником. У вас есть такой шанс. Задержите их, насколько сможете. Желаю удачи. Асеев, прикрой нас! Делаю!
Как, попал? Если не считать того, что он сам подставился. Да просить теперь некого, все остальные ушли. Кукушка, свои здесь оставили, чтобы нас задержать подольше. Егоров, ты говорил с этим снайпером, встречались уже? Вот это из Сталинграда, а вот эти он мне специально оставил, чтобы я знал, с кем имею дело. Украдено из поместья фон Дибицев. Лотер фон Дибиц, его так звали. Дибиц. Дибиц! Твою мать, Егоров! Что ты раньше не сказал? Молись. Молись, чтобы они из зацепления не ушли. Жени нигде нет, командир. Командирский Виллис пропал. Ну что, добегался? Ванищенко ордер на твой арест. Я же просил тебя, не подставляйся. Оружие сдать? Отставить! Товарищ комиссар, я Егорова забираю. Включим в нашу оперативно-розыскную группу. Судоплатов звонил Абакумову, все согласовано. Я надеюсь, вы не возражаете. Капитан, машину. Есть. Ждите. Оружие верни. Есть. Ты теперь мой начальник. А что, не рад? Хотя, Егор, за то, что ты натворил, тебе трибунал светит. Виноват, отвечу. Хорошо. Хорошо, что вину свою признаешь. А теперь скажи, как нам Дибица взять? Из зацепления он ушел. Ушел. И Белову твою прихватил. Она тебе кто? Любовница? Ясно. Ты спрашивал про отряд Прохорова. Тут у меня показания одного полицая. Так вот, в отряде Прохорова у немцев свой человек был. А знаешь, какая у него особая примета? А? Заячья губа. Так что немцы партизанский отряд сдал Беспалой. Потом Белова он в штабе опознал. Решил ликвидировать, чтобы концы в воду. А это означает, что при определенных обстоятельствах мы можем ее использовать в качестве радистки. Зачем ты мне это все рассказал? В нашей работе, Егоров, надо человеку иногда надежду дать. Надежда, она вам города берет. А тем более, не люблю, когда меня за дурака держат. Я, Егоров, не дурак. Ты, главное, это пойми, и мы сработаемся. Пойдем, прогуляемся. Документ. А. Винтовку принеси. Есть. Ну, что скажешь, а? Как вы тут расстарались? Видно, что ряженые. Это как это? Где специально подбирали? Я сам лично каждого. А? Вот у этого татуировка на руке наша. Музыкант, сапоги. Советские. Зачем немцы-то подбитые свои менять? Те он вообще по-русски говорят, по губам вижу. Да. Понятно теперь, почему за тебя так Лунгин держится. Кто?
Кто командует ложной частью? Курт фон Зибиц. Лично его завербовал в лагерь военнопленных. Я вот только одного не пойму, Егоров. Немцы как, случайно племянчики-то отправили дядю проведать или как? Лотер фон Зибиц здесь появится. Обязательно, даже если все понял. А, твои слова, да богу, в уши. То сутки уже на иголках. Так что имей в виду, если что, вместе на дно пойдем. На, подругу свою забирай. Наши подозрительно видят, заметили. Движется по дороге в сторону деревни. Ну что, началось. Давай в машину. Шифровку получили. Они просят Дебица лично подтвердить информацию, использовать кодовое слово. Похоже, нам не доверяют. Шемякин дал указание быть предельно осторожным. На посту только настоящие немцы. Антифашисты из Коминтерна. Захлопнулась мышеловка. Теперь главное, чтобы старший Дибиц уговорил его сотрудничать с нами. Надеюсь, своему-то поверит. Сомневаюсь. Он знает, что мы его ждем. Если знает, старший Дибиц подаст сигнал, музыку включит. Поехали. Дядя Курт. Господи, они прислали тебя. Зачем ты согласился? Чтобы вытащить тебя отсюда. Спасибо, мой мальчик, что рискуешь своей жизнью. Но я этого не стою. Тогда, в Сталинграде, этот вальс сводил меня с ума. А сейчас он мне даже нравится. Доверься мне, прошу. Мы выберемся. Думаешь, они меня заставили? Нет. Я сам предложил им свою помощь. Война проиграна, Лотер. И чем быстрее она закончится, тем меньше будет бессмысленных жертв. Ты заменил мне отца. Когда мама погибла, ты вырастил меня. Научил меня сражаться. Быть безжалостным к врагам. И теперь сожалею об этом. Твоя мать возненавидела бы меня. Я много думал о том, что произошло там, в Сталинграде. Вся эта война – чудовищная ошибка. Прости, что втянул тебя в это. Лучше бы ты остался в Африке. Я вытащу тебя отсюда, даже если мне придется применить силу. Нет. Егоров, не лезь. Мы с вами.
Все, Егоров. Конец. Полный провал. Надо докладывать центр. Да погоди ты докладывать. Для того, чтобы отправить сообщение, Дибицу нужен радист и радиостанция. Мы знаем их зону высадки. Знаем, откуда они выходили в эфир. Скорее всего, в этом лесу у них база. Добираться им туда пару часов. Мы его возьмем. Только мне Грибов. Нужны мои ребята. Теряем время, майор. Не торопись, Егоров, не торопись. В чем дело, Грибов? Нужно прочесать лес как можно быстрее. Лесной массив слишком большой. Я кого мог поставил в оцепление, выходы перекрыл. Но с теми, кто остался, за пару часов не успеем. Значит, надо поспешить, Грибов. Я авиацию вызвал. Зачем? Затем, чтобы этот лес накрыть. Сейчас главное выиграть время. Радиостанцию и радиста уничтожить. Дибица, ты как возьмешь? Ничего, никуда не денется. Собаки след взяли. За ним сейчас лучшие специалисты идут. Через сколько будут твои самолеты? Через полтора часа. Егоров, куда? Не спасешь ты ее. Никто ее не спасет. Себя же угробишь. Если я не спасу, ты спасешь. Она отправит сообщение с кодовым словом. А если нет? А? Если мы с тобой ошибаемся? Не можем так рисковать. Егоров, наверху приняли решение всех ликвидировать. Егоров, стоять. Это приказ. Сделай шаг, застрелю. Вперед. Действуй. Есть. Слушай боевой приказ. Товарищ командир. След свежий. Гарри пахнет. Они там, за пригорком. Вперед. Есть. Иди. Егоров. Давно хотел тебе сказать. Любит Женька тебя. И ты ее люби. А что бы ты сделала? Запомни, сынок. Человеку без любви нельзя. Она от него останется. Им еще два раза реку перейти надо. Разделимся. Вперед. Есть.
видно. Придется ближе подходить. Ты ее видел? Да. Одного убил, другого ранил. Теперь за ней идут. Голиков, если увидишь Грибова, передашь ему эту карту, понял? Асеев за мной. Я с вами, товарищ командир. Я могу идти, Голиков, стрелять. Их осталось трое, один из них ранен. Мы с Асеевым справимся. Пусть реку перекроют ниже по течению. Есть. Пошли, быстрее. Разделимся. Ну что? Собаки след потеряли. Что значит потеряли? Сначала пошли по следу, уверенно пошли. Потом уперлись. Точно испугались чего-то. Стоят, воют, вперед не идут. Деветов, да ты у меня сам... Все у меня завоиде. Отменяй самолет. Авиация на подходе, товарищ майор. Отменить не успеем. Никсисон! Никсисон! Понимаешь по-русски? Я. Где встреча с Диппетсом? Я показать. Карта. Leg die Waffen nieder. Oder ich bringe sie auf. Он сказал, чтобы ты бросил пистолет. Что ты не виновата в гибели партизан. Это Беспалость дал отряд. Я знаю, что делать, как тебе помочь.
Ты должна отправить нужное нам сообщение с кодовым словом. Я тебя вытащу. Обещаю. У него твоя дочка. Что? У него твоя дочка. Я родила ее. В июле 43-го года в Берлине. Нашу. С тобой, дочку. Он ее забрал сразу же. Я даже имя не успела дать. Я думала, я никогда ее больше не увижу. А он пообещал мне, что отдаст. Понимаешь, если я выполню его задание. Прости меня, пожалуйста. Стреляй. Я здесь. Ты ранена? Нет. Самолеты бомбили лес. Остальные погибли. Я видел. Ты убила его. Ты поступила правильно. Я хочу знать, где моя дочь. Скажу, как только мы отправим сообщение. Надо идти. Слышал? Она с ним? Нет. Она с нами. Стрелял в тебя. Хотел убить. Если хотела бы убить, убила бы. Она знала, куда стреляет. Она медсестра. Надо идти. Надо идти, Асеев. Ты иди, я догоню. Завтра прилетят самолеты и вместо припасов сбросят им на головы ящики с осколочными бомбами. Передавай. Дитрих. Встреча с дядей прошла успешно. Дядя Курт болен. Прошу это учесть. Слово. Нужно кодовое слово. Матильда. Сообщение отправлено. Матильда. Это имя твоей дочери. Мою мать звали так же. Где моя дочка? Отвечай! Стоять! Или я тебя застрелю.
Возвращайся назад. Почти как в Сталинграде. Возьми. Туда. Стреляй. С ним покончено. Уходим. Твоя дочь у меня. Я отправил ее в наше поместье в Южной Африке. Мы будем жить в нашем доме. В красивом бесконечном буше. Ты увидишь, какие там бывают рассветы. Это ни с чем не сравнить. Мы будем там счастливы. Ты, я и твоя дочь. Что-то не так? Я тебя обманула. Я отправила сообщение, что в окружении настоящая немецкая часть. Зачем ты это сделала? Неужели он важнее тебе, чем твоя дочь? Ну что же, ты сделала выбор. Прощай. Я так хотел бы ее увидеть.
Хотя бы на миг. Я люблю тебя. И ее. Повтори. Люблю тебя.